загрустила что-то баба-яга, затушила свечку, забралась на печку, помело подуха и сопит старуха, будто носу ней не нос, а насос. Утром к ней Кощей Бессмертный приходил, злато-серебро на лавке разложил. Сыграем в каратишки или в шахматишки. Но яга Кощея вытолкала в шею. Ты чего пристал, Кощей, как репей? Трехглавый телефон не оборвал, все шипел на ушко: «Летай, подружка!» Еле отбрыкалась, ступа, мол, сломалась, неохота к змею ей, хоть убей! Ей бы к лешему веселому сгонять, чай с малиновым вареньем похлебать, а потом на санки рощи до полянки, сыснички дубравы покатай кудрявый, но не скинуть ног с печи, хоть кричи. Ветер свищет, ну и пурга, заболела, что ли, баба-яга. Заболела, что ли, баба-яга?